Здравствуйте, дорогие ученики, младший хор. К сожалению, мы продолжаем наши занятия дистанционно, и мне приходится записывать задание. Я поняла, что целый урок это слишком долго, не все хотят смотреть, не все хотят делать, что-то там сильно думать, да? Поэтому я решила задать просто задание на основе наших имеющихся знаний и на основе прошлого урока, который, я надеюсь, все посмотрели. Кстати, всем большое спасибо, кто смотрит и выполняет домашние задания. Сегодня мы с вами попоем ступени, и домашнее задание будет попеть ступени в тональности соль-мажор. Сейчас мы все это пройдем. И спеть песню «Кукушка» именно соль-фе-джи-о. Да? Вы уже знаете мелодию, и просто, чтобы не забывать, что такое ноты и как они называются, я даю задание именно спеть сольфеджио медленно, вместе со мной, но именно с названием нот. Просто мне сейчас нужны ваши мозги. Тональность соль мажор высокая для пения, да, поэтому будем петь по тетрахордам, по 4 нотки. Называется тетрахорд. 4 тетра, да? Прошу, с названием ступеней и показываем их. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Первая, третья и пятая. Самые устойчивые ступеньки. Поем. Без переноса. Сразу пятая наверху. Первая, третья. Пятая, третья. Первая. Еще разочек. Первая. Сами. Пятая, первая. Хорошо, мы настроились. И теперь последовательность ступеней, которую вы должны будете мне записать на домашнее задание. Первая. Третья. Песню «Кукушка» именно нотками сольфеджио. Прошу. Вступление 2 такта, и мы начинаем со второй
восьмушки такта. Раз, два, три. Медленно, чтобы все успели. Раз, два, три. Готовы. Три. Спасибо за выполнение домашнего задания. И мы ждем окончания карантина. Спасибо, до свидания.